Всем большой привет, с вами Егбеш, и сегодняшнее видео о заказе, по-моему, 17-й заказ компании Avon. Сейчас я буду открывать коробочку, коробочка, как всегда, одна, и я вам покажу, что я заказала. Давайте начнем. Ну что, вот она коробочка, вот она вся стоит тут. Сейчас мы откроем. Откроем, приоткроем и посмотрим. Я вот ножик найти не могу. Вот, что-то нашла у мужа, что-то там. Сейчас как все вывалится. Так, счет фактуры. Опа. Вот так вот. Так, вот счет фактуры, журнал. Что это за журнал такой? Прислали. Не знаю, это что у нас это? Ага. Ой, ну это ж уже было. Не знаю, зачем они просто как-то так положили. Так, ну вот я заказала вот такую вот интимная гигиена, это у нас свежесть на весь день. Это сок алоэ экстрактом ромашки. Значит как? Так, значит как? У нас вот эта штучка 300 мл, кстати. А я вообще как бы от Avon не очень люблю. То есть я их все попробовала, которые там были. Но вот эта штука, она новинка. Новинка и... Мне понравился ее состав. Здесь я, как сказала, алоэ и ромашка. Это новинка, я еще раз повторяюсь. И здесь должна быть молочная кислота. Почему-то вот на обороте не написано. Не написано-то не написано, но дело в том, что, как мне говорил гинеколог, что самое лучшее средство — это подмывалки с молочной кислотой. Поэтому я в основном аптечные варианты, но увидела у них, зарекалась больше не покупать, но так увидела, что появилась с молочной кислотой, видимо, они тоже это поняли, выпустили, не знаю, надеюсь, отменят они, не отменят, если мне понравится, хотелось бы, чтобы они не отменили, конечно же. Ну вот, заказала, попробуем. Очень, очень люблю алоэ, очень люблю ромашку, и получается такие три компонента интересных. Независимо от вредности, которых они там всякие натрии, бла-бла-бла, добавили, я думаю, что главное, чтобы понравилось, главное, чтобы не было раздражения. Следующая штучка — это вот такая, здоровые ножки, это дезодорирующий таль для ног с маслом чайного дерева и ментолом, 75 грамм. Вот такая вот верхушка, вот она. Я не знаю, какие пользоваться. Это я, в принципе, это заказала мужу. Ноги того. Ноги пахнут. Вот. Ноги пахнут. Я вот думаю, чтобы он побрызгал. У меня стоит такой, знаете, тальк у Avon были с ароматами. Так, это от какого-то набора спрей для тела. Ванили сандаловое дерево. Я не знаю его. По-моему, это из последних новинок что-то. Брызгать пока не буду. Потом я мужу заказала в подарок на Новый год вот такой вот. Вот мы его откроем. Не взяла ножницы. Так, это брелок. Вот так все запаковано. Ерунду вот эту положили. Вот смотрите, вот такой брелок. То есть я ему хочу машину как бы отдать. Пусть он, конечно, носить не будет, но машину пусть забирает. Такой подарочек на Новый год. Вот. Вот вам хорошо видно материал. Здесь должен быть сантиметр. Вот, пожалуйста. Пригодится. Я, в принципе, все такое взяла. Вот это я не знаю, что это. Вот эта штучка. Чтобы не сломать. Что это такое? Открывается, не открывается.
Смотрите, это, короче, фонарик. Блин, может, я его вообще себе заберу? Блин, я его открыть не могу. Вот эта штучка, вот, которую я вам показывала, фонарик. Здорово, как раз в машине светить. Блин, она такая тугая. Я вот не могу справиться с ней. Где тут батарейки, мне это неизвестно. Пипец. Ой, ма. Вообще не могу. Смотрите, вот это. Вот это они сделали. Ужас. 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 Фуф, открыла. Тугое очень. Короче, это отвертка. Вот так вставляем. Они на магните, гляньте. Блин. Надо несколько штук таких взять. Мне нравится. Ну, в смысле, подарить, например, мужикам, братьям, родителям, папашам нашим. Ой, в общем, такая штучка. Не знаю, мне кажется, нормально. Нормально. Так, далее. Вот такие носочки. Я давно хочу себе перчатки. Это носки. То есть я хочу как? Я так поняла, для чего они нужны. Например, я вышла с душа на ночь вечером, да, намазала кремом ножки и надела вот эти носочки. И потом, если кто там, я вот просто носки ношу, я мерзну. Потом поверх их еще одеваю носки. Чтобы носки, мои носки, не впитывали крем, потому что они реально впитывают. А вот это что, материал какой-то специальный. Вот они должны, они тянутся. Такой вот материал. Хотя, не знаю, по-моему, обычный материал футболки. Честное слово. Честное-пречестное. Честное-пречестное. Куда вам вот так, чтобы видно было. Я должна показать, иначе нет смысла обзору. Я вам тень создаю. Вот. Тут написано Avon на обороте. Сзади на нос, на пятке написано Avon. Ничем не пахнут. Стирать их. И все. И вот эту, конечно, я отклею. Такие носки для процедур. Для процедур. Так, Parisian Chic. Это у нас парфюмерная вода. У меня такая была. Это та вода, из-за которой я делала регистрацию представителя, когда она только появилась. А это не такая миниатюрка без распылителя. Вот. Без распылителя. Ах, вкусно пахнет. Ну, с распылителем я в основном люблю. Скорее всего, может, я его подарю кому-то. Вот такая. Коробочка, конечно, красивая. Вот. Но я не люблю без распылителя, когда. Дальше. Смотрите, я заказывала набор. Наконец-то я созрела для этого набора. Это где тюрбан и такое, знаете, полотенце. Полотенце, которое на липучке. И, как всегда, Avon обязательно. Вот у меня лично так. Что-нибудь. В общем, вот в счете фактуре написано, что даже не заказывайте, его нет. Ну и на кой мне теперь этот тюрбан, который... тюрбан, блин. Который без, ну, без полотенца. Ох-ох. Нитка. Ох-ох, как он липнет к моим рукам. Походу, у меня руки эти. О, господи. Смотрите, знаете, как деткам после... Вот здесь такая пуговка. Я скажу, что я давно его хотела. Набор этот хотела в розовом цвете. Вот так в длину. В общем, тюрбан тут пришел. Дальше от набора вот это у нас гель для душа. Ваниль сандаловое дерево. У меня тут кот дергает, я извиняюсь. Сейчас я его
И в этом наборе еще был крем для рук. Вот крем для рук как раз-таки не пришел. То есть вот от тюрбана полотенце сказали вообще даже не заказывайте вот от этого. А как ее зовут? А вот набор спрей и гель для душа, и к нему шел крем для рук. Типа придет в следующем заказе. Как мне это не нравится, кто бы это знал. Ну, естественно, вот эту штуку прислали, как и многим. Календарь. Некрасивый. Потом каталог номер 2. Вот он. Каталог номер 2. Что это? Распродажа товаров 1.16. Я себе заказала... Ой, мама мне. Я себе заказала вот такую туалетную водичку, так как мне нравятся. Они очень стойкие, я их хвалила и хвалю. Но вот эта новинка, вот эту новинку я не пробовала. Вот, на. Я не пробовала, это я себе заказала. Ну, вроде как себе, там не знаю. Вот такая длинная. Сейчас брызну. Это такой, знаете, должен быть... Должен быть такой цитрусовый вроде как, бодрящий аромат, а не написано. Да, цитрус, вкусно пахнет, понравился мне. Буду пользоваться, ну, если я имею в виду, никому не подарю. Далее. Я себе заказала, тоже долго-долго смотрела. Это помада. Девочки, смотрите, вот в вот таком вот оттенке. Это помада фломастер. Помада фломастер, да. Смотрела. Вот он этот оттенок. Ну, все никак не решалась заказать. Опа. И вот так вот выглядит. Пахнет пипец фломастером. О, вкусно пахнет. Это такой розовый цвет, которым я крашусь. Вот. Извиняюсь, конечно, за освещение. Вот. Классно, интересно. Пахнет шоколадом, что ли? Далее. Вот такой вот лак. Очень люблю я эти лаки. Это вот такие вот, выбрала в таком оттенке, это у нас, что у нас тут должно быть написано где-то, я же где-то писала, вот этот оттенок, вот эта серия, сейчас мы его откроем, я вам его покажу. Значит, вот этот лак, вот я его накрасила. Офигенно, ну вот не ровно немножко. Очень классный. Очень-очень-очень классный. Я тащусь вот от таких. То есть, как я их называю, типа, знаете, песочные, что ли. Вот они в одно время были в моде. Супер. Все такое розовое. Так, стой ты тут. Так, далее. Пришел мне шарф, который я заказывала в том заказе компании 16. Вот он пришел. И его так хвалили. Я его заказывала. Он очень красивый. Ну вот он реально, смотрите, какой рисунок. Это не вышивка, это рисунок. Кончики вот такие вот. То есть концовка. Концовка вот такая у шарфика. Здесь на это вот, видите, он тоненький. Он очень-очень тоненький. Это вот, но длинный. Длинный и широкий, я бы сказала. Очень красивый. Очень красивый шарф. Далее у нас идет в такой вот красивой коробочке. Такой новогодний. Здесь у нас кружка. И как вы уже догадались по рисунку, кружка сова.
Я обожаю кружки, и поэтому я не могла не заказать. Девочки, я все-таки решилась и заказала вот эти вот ангелочков, которые мигают. Но мне не повезло. И при оформлении уже показала, что их нет в наличии. Я пролетела. Поздно слишком. Слишком поздно очнулась. Сова. Нет. Я не знаю, даже как ее доставать отсюда. Тут что-то. Что-то какое-то. Ну, в общем, вот так вот оно все упаковано. Вот. Пытаемся скотчем, что ли, позамотали. Ну да, вот это скотч, а вот это, а сама кружка в пакете. Вообще, на мой взгляд, это, она очень большая. По-моему, тут-то написано Avon. Блин, я сейчас не вижу информации. Ну ладно, тут что-то 300, что ли. Миллилитров, сейчас я ее отрежу. Блин, какая она классная. На подарок. Это самое то. Это просто самое то. Класс. Вообще. Супер. Вот, то есть у меня рука. Видите, она какая большая. Я, может быть, буду с нее пить. Так что заимела. Вот эта штука стирается. Что-то она не очень вкусно пахнет. Пахнет, знаете, как когда куклу китайскую покупаешь, Барби. Вот такая ложечка к ней идет. Эта ложечка вставляется вот сюда. Опа. Вот так. Здесь она вставляется. Ну, она должна быть глубже гораздо. Я не знаю, меняет ли нос цвет при попадании горячей жидкости. Но, по-моему, не меняет. По-моему, меняет это олени. Это, по-моему, не меняет. Очень кайфово. Я очень рада. Одна кружка мне и обрадовалась, честно. Далее. Последнее, что в моем заказе было. Это вот такая вот штучка. Вот если по моим рукам смотреть. Это мужской набор. Тоже можно на Новый год подарок. Это у нас инструменты. То есть я заказала тот брелок и вот эти инструменты. Вот. Так вот. Все пусто. Вот у нас так упаковано. Вот. Это у нас вот тут мини такой инструментик. Вот. Батарейки вставляются, это будет светить. Опа. Вот так это дело все открывается. Что это она тут застряла? Что-то у нас тут вывалилось уже. Эти ездят. Опа. О, не залазят. Ну, что могу сказать? Набор, конечно, интересный. Но я тоже не мужчина. Я не разбираюсь. То есть, как? Все-то, в общем-то, понятно. Все такое мелкое-мелкое. Плоскогубцы, смотрите, какие маленькие. Сантиметр какой маленький, посмотрите. Я думаю, что и тоже ему надо в машину это отнести. Хотя хер его знает. Может, он дома оставит. Вот. Вот этот молоток мне понравился. Знаете, как у неврологов. Может, я себе заберу, я же психолог. Сеансы проводить на работу. Так, стучите и проверяйте. Вот. Такой вот набор. Такая бумажечка здесь была, она лежала. И батарейки вставляются, вот откручивать надо, сюда вставлять батарейки, поэтому сейчас я вам никак не покажу. Ну здорово, знаете, такое идешь, бац, нажал, посветило. Прикольно. Ну что, вот потерла я вот эту штуку, потерла. Она прям намертво. Вообще. Так. Такой был у меня заказ. Я хотела вам шарфик показать. Он такой длинный. Значит, главное ничего не уронить. Вот он. Видите, длинный какой. Даже вот можно повесить. Где тут у нас? Шарфик красивый.
Вот. Видите, как оно. Вот такой шарф. То, что он прозрачный, вы уже заметили. Так, и вот эту штучку. Вот эту штучку. Вот эта штучка, она... То есть я вам хочу показать, насколько она длинная. Вот этот тюрбан. Тюрбан. Если честно, я думала, девочки, что здесь будет липучка. А здесь липучки нет. То есть вы сами просто заматываете и засовываете, как вам по вашей голове. Ну, такой вот был у меня заказ компании 17, компании Avon, номер 17, 2015 год. Вот, всем спасибо за внимание. Всех с наступающим Новым годом. Вот. Всем желаю счастья, здоровья, благополучия, взаимопонимания и мира над головой. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.